Рядом со мной находится Иван Борчонков. Он выступал сегодня спикером в рамках выставки CPM. Иван, скажите, какую тему вы обсуждали? В первую очередь мы обсуждали вопрос того, что огромное количество рекламодателей на текущем рынке, ну, особенно начинающих рекламодателей, очень боятся использовать формат медийной рекламы, в частности, видеорекламу, по целому ряду причин. А что в первую очередь пугает рекламодателей? Стоимость рекламы или конверсия? Ну, в первую очередь, на самом деле, пугает три вещи. Это непонимание того, как, в принципе, измерять эту рекламу, что она в действительности измерима, она измерима. Во вторую очередь, это отсутствие креативов, потому что все думают, что их делать очень долго, сложно, непонятно, хотя это далеко не так. Вот это два основных поинта тезиса, которые, собственно, обусловливают их страхи. А реклама вообще стоит своих свеч вот сейчас на российском рынке? Ну, как сказал один человек много лет назад, что делать деньги без рекламы может только монетный двор, то, ну, конечно, стоит. Вы, в принципе, ничего сейчас не можете продавать на российском рынке, если вы не запускаете рекламу в интернете, либо хотя бы в офлайне. Это просто невозможно. Иван, спасибо, что были с нами.